Как работать с адептом? В этом руководстве я продемонстрирую основные шаги в работе с адептом. Окно адепта разделено на 4 области. Область верхней левой части экрана содержит списки файлов данных и содержащихся в них переменных. Ниже расположена главная форма для определения переменных. Верхняя область справа содержит таблицы и графики, а под ней находятся системные сообщения адепта и описание таблиц. Для работы с адептом мне нужно в первую очередь загрузить данные для обработки. Я нажимаю кнопку Add, выбираю файл данных и нажимаю кнопку Open. Далее в подсвеченной области необходимо задать метку для загруженных данных. Следующий шаг – указать адепту, какие переменные в загруженных файлах данных соответствуют переменным, необходимым для создания таблиц. В данном модуле есть 4 обязательные переменные, которые отмечены звездочкой. При щелчке на поле ввода в главной форме вкладка файлов данных в верхней части экрана переходит на вкладку с именами и метками переменных. Я могу перетащить соответствующие переменные в главную форму или выбрать их из выпадающего списка. В данном модуле возможно определение до 2 границ бедности, представленных в виде 2 переменных, констант или комбинации константы и переменной. Я также могу определить дополнительные переменные в незаполненных полях. Чем больше полей указано на главной форме, тем больше таблиц и графиков могут быть созданы адептом. Для большинства данных, собранных путем выборочных обследований, необходимо указать соответствующие веса для правильных расчетов стандартных ошибок измерений. Это все, что необходимо сделать для работы с адептом. Теперь я могу отметить таблицы и графики, которые необходимо создать, и нажать кнопку Generate для начала обработки данных.